Здравствуйте. С прогнозом погоды на предстоящую неделю вас познакомит начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов. На предстоящей неделе, в первую неделю лета, нас ждет по-настоящему летняя и теплая погода. Средняя температура воздуха в первую декаду июня ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы, что характерно для июля месяца. Однако без дождей и гроз не обойдется. В первую половину недели погодные условия на территории Беларуси будут предостерегающая воздушная масса с Черного моря и атмосферные фронты. Во вторник на большей части территории кратковременные дожди, днем местами сильные ливни, град, ночью в отдельных районах, а днем на большей части территории грозы, днем при грозах местами шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Температура ночью плюс 10-16. Днем от плюс 18 по западу до плюс 27 по востоку нашей страны. В Минске во вторник кратковременный дождь, днем гроза, местами по городу сильные ливни, град. При грозе местами шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура ночью плюс 13-15, днем 20-22. В среду на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, температура воздуха ночью плюс 10-16, днем 21-28. В западных районах, где ожидается больше дождей, 18-20. В четверг также на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 10-16, днем 21-28. А вот начиная с пятницы, с ростом атмосферного давления, дождей станет меньше и температура воздуха еще немного повысится. В пятницу, в субботу и воскресенье температура воздуха ночью ожидается 12-18, днем 24-29, по востоку нашей страны 30-32. При этом местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В целом июнь нас порадует теплой летней погодой. В июне в Беларуси ожидается температура воздуха выше климатической нормы, нормы 15-17, а количество осадков в пределах средних многолетних значений. Климатическая норма по осадкам 69-87 мм. Желаю всем хорошего позитивного настроения, несмотря на такие вот дожди. Скоро ожидается очень теплая погода. Удачи, берегите себя!